Заказное убийство милиционера 15-летней давности сегодня начали рассматривать в краевом суде. За его организацию судят бывшего вице-президента Краевой федерации бокса Андрея Грабовского. По версии следствия, Грабовский решил убить милиционера в отставке Сергея Назарова из-за личной неприязни. Хотя известен Назаров был тем, что занимался расследованием многих громких дел. Например, он проверял работу фонда «Правопорядок» и разрабатывал бизнесмена Вилора Струганова, также известного как Паша Цветомузыка. Для убийства милиционера Грабовский якобы нанял двоих знакомых, дал им несколько десятков тысяч долларов и пистолет. Киллер подкараулил Назарова у его дома и выстрелил в него 8 раз. Милиционер погиб на месте. Исполнителя осудили еще в 2010 году. Они получили 9 и 22 года строгого режима. Сам Андрей Грабовский уже год находится в СИЗО, а его дело рассмотрят присяжные по просьбе обвиняемого. Мы убеждены, что Андрей Владимирович невиновен. Мы проанализировали все, каждую бумажку, мы прочитали все показания, мы посмотрели все протоколы. Прямых доказательств, что он организовал, нет.